Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Мы дождались потепления. Весь пошел ветер. Уже начинает туча. Так, маленько заградился снегоходом. Приятный хилс. Ёршиков порыбачил сегодня с запасом, завтра на работу. Пару часов, наверное. Сейчас поймал. На два дня хватит. Вот перемет сегодня с реки сниму. Не буду его наживлять. Лишние траты на жидкие. Опять особого улова не чувствую. Перемет как будто абсолютно пустой. Как будто ни одной рыбки там нет. Вообще никто не крепит. А нет, вот есть. Опа. Шел даже не чувствовать. Он еще маленький там плавает. Вообще не заглотил себя. Там буянит, таскает туда-сюда перемет. Евростандарт. Удачно прикрылся, да, можно сказать, не курит. Души всех по цене. Узел отвязалась. Перетерлась веревкой. Завтра привезу груз. Без груза никак. Ну вот и более-менее удачливый перемет с переменной погоды. Есть надежда на бонус. Микрофон сегодня навряд ли что слышно будет. Ветер уже усилился достаточно. Удачи. Thank you.
Если есть живые ерши, значит тут, наверное, тоже попало. Да. Погода начала меняться, скорее всего, скоро. Хвост от ерша торчит, пускай так и плывет. Дай, дай. Большого ерша позарился. Все равно не пусто. Парочка он еще тыкаешь, 1 килограмм, 3, 1, 2,5. Это как всегда были не диалоги, а рыбалки. Поеду, третий перемет сниму. Смысла нет его держать. Так не